Ты любишь? Полина сегодня день рождения. Мы сидим. Сейчас будем заказывать ужин. Телефон мой у кого? А ты что будешь сама? Так, Поленька, что будем заказывать? Я вот креветки. Что ты сказала, заказывать? Подальше. Оп. Креветки вкусные, сладкие, да? Сладкие васаби, да. Ребра. Нет, я буду... Покажи ребрышки. Нет, я буду, наверное, килограмм крыльев. Покажи ребрышки. Крылья будут килограмм. Все по 200. Так, Макс, где что брать? Очень интересный ресторанчик. А вот ты будешь эту рыбу или другую? А это что за рыба? Форель. А другая какая еще? Я тебе покажу. Вот она. Нет, я буду форель. Сейчас да. Не будешь? Да, да, можно. Ну, давай, смотри. Да, можно. Шашлык будешь? Угу. Из шеи или из курицы? Нет, из шеи. Будешь шашлык? Да. Сейчас. О, такое пиво бутылочное. Покажи бочки. Ага. Вот, и по 1000 рублей бочки. Кибочки. Пивоварня своя здесь. Кибочки. Я все, короче, не отвлекаю. Макс, что будет? Ты Максюша, Мась заказал, Максим. Пиццу будет? Коктейль. Пиццу будешь? Коктейль. Коктейль. А пиццу? Какую? С кабашкой. Вот такую. Пепперон? Пиццу будет? Пиццу будет? Такие вот литровые кружечки нам принесли. Пиво. Фирменная. Такая вот огроменная кружка. Ой, какой вкусный. Да? Другой, не как в банках. Как в банках, очень вкусная. Они очень вкусные. А вы что заказывали вообще? Вот я. И все? А вы Масик, все? Рыбу. Рыбу, да, я заказала. Да. Масик, вкусный коктейль? Такой, как называется сет? Пивальди. Пивальди. Сет Пивальди. Большой, огроменный. А, еще креветки тебе принесли. Да. Ну, попробуй. Водочку нам принесли с Димой. Будем выпивать, отмечать день рождения моей девочки. Все вместе. Просто побольше давай заказываешь. Так, попробую креветку. Порции не особо большие, поэтому надо... Давайте переключаться на другие блюда. В кляре, наверное, в каком-то? Да, оно очень вкусно. Дай соус тебе. Вкусно, мам? Да. Вкусно очень. Добротный креветка. Мукбанг. Тарталы с семги. Пробуем. Подокусочку.